В Македонии массовые антиправительственные протесты. Сторонники оппозиции требуют провести досрочные парламентские выборы и обвиняют правительство в сдаче национальных интересов. Все из-за того, что власти готовы переименовать страну. Обо всем подробнее Татьяна Лагунова. Под барабанную дробь по улицам Скопья маршем прошли десятки тысяч человек. Все они сторонники крупнейшей оппозиционной партии страны и противники переименования Македонии. Республика Македония – это независимое государство, народ которого имеет свою идентичность и свой язык. И мы против любых сделок по поводу названия нашей страны. Только Македония и никак иначе. Мы не примем иного варианта. Переименование требует Греция. В этой стране есть область, которая тоже называется Македония. И в Афинах опасаются, что Скопье может предъявить на нее территориальные претензии. Греки выдвинули ультиматум. Пока македонцы не назовут свою страну как-то иначе, Афины будут блокировать ее вступление в НАТО и ЕС. Премьер Македонии заявил, компромисс возможен, и он готов вынести этот вопрос на референдум. Мы рассмотрели несколько вариантов, и один из них приемлем для обеих сторон. Мы продолжим консультации и посмотрим, возможно ли реализовать это решение на практике. Планируется, что референдум состоится осенью, а вот какое название предложат гражданам, пока непонятно. Официально потенциальное новое название пока не озвучивали, но СМИ уже называют возможные варианты. Их несколько. Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония и Республика Македония Скопье. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».